Находимся сейчас на крупном автопредприятии. Выбивает УЗО практически на всем первом этаже. Смотрите, что мы нашли. То есть весь контур здания снабжен землей. И вот что мы нашли. Сейчас залезу чуть повыше. Вот клеющий разряд. То есть какая-то шина отпаялась, отварилась, не знаю. Сейчас попробую приблизить. И происходит клеющий разряд. Вот он. Ну и за счет этого срабатывает везде узор. Сейчас попробуем включить свет, чтобы было видно. Так, а теперь я не вижу где. А, ну вот, вот он стык. Вот он стык. Видимо, швеллер, да, я думал, коробку распределить-то. То есть швеллер приварен к уголку. И вот здесь вот как раз происходит клеющий разряд. Сейчас еще раз выключим. Вот. Сейчас будем проваривать, наверное, скорее всего, заварим. И посмотрим, как себя поведут УЗО, ну и вообще остальное электрооборудование. Все сгнило, все отвалилось. Хорошо заметили.